Так, всем привет, на канале Фараон ТВ. Фараон. Игра Assassin's Creed Истоки. Так, на самом деле, конечно, игра очень обширная. Так, ложный обряд. Дополнительное задание. В ответ на просьбу Манхэтта, Байк собирает улики торговые. Так, в общем, нужно собрать улики и встретиться с торговцами. Тем не менее, всего лишь 40 метров. Область исследования. Мумии фальшивки! Что-то какие-то все. Они разгневаны. Не стоят ни драхмы. Эти мумии набиты соломой. Грязный мерзавец! Обманщик! Как ты посмел продать мне этот мусор? Тебе не попадалась моя книга мертвых, Меджай? Когда-то я купил ее в Мемфисе. Нет. Что случилось? Беда. Воры пришли со стороны дюн. Их главарь заметил, что я дорожу книгой, и забрал ее. Я чуть не умер от горя. Я помогу. Я не боюсь воров. Тебя мне не спаслали сами боги. Книга поможет мне воссоединиться с женой. Вот ты, отец. Пойдем домой. Но Меджай хочет мне помочь. Да? Ты пойдешь искать книгу? Что ж, чудеса случаются. Иногда. Не знаешь, куда воры направились? А, да. Главарь сказал остальным, ждите меня возле некрополя, кажется. Наш дом рядом. Я ни за что не вернусь домой. Пока. Отец, книги больше нет. Ты и без нее встретишься с мамой на полях и Алу. Обещаю. Этот смельчак найдет мою книгу. Она похожа на детскую подделку. Конечно, найдет. Ниемия. Мумии фальшивки. Скажи, ты знаешь что-нибудь о фальшивых мумиях? Или покупай, или уходи. У меня нет на тебя времени. Менихет, мой друг, волнуется, что... Я волнуюсь только о своих деньгах. Отстань от меня. Ты грязный мерзавец! Обманщик! Как ты посмел продать мумии мне этот мусор? Фальшивки! Она похожа на детскую подделку! Здравствуй, я... Рад приветствовать тебя, Нэп! У нас есть все, что можно пожелать! Скажи мне, ты слышал что-нибудь о фальшивых реликвиях на рынке? До меня доходили слухи, но это все чушь. А теперь тебе лучше уйти. Расскажи о фальшивых мумиях. Не впутывай меня в эту историю. Я от Менихета. И твое молчание оскорбляет его и богов. Ох, я не хочу гневить ни его, ни богов. Нас заставляют продавать фальшивки. Грозят уничтожить товары. Кто это делает? Давай поговорим потом. Встретимся ночью. На краю деревни, у поля. Ау!
Так, нужно встретиться где-то здесь. До краю. Так, это кто такой? Прошу, мой муж попал в беду. Ух ты. Пожалуй, Меджай, помоги, я заплачу. Что случилось? Вчера мой дорогой Клавдий поплыл на лодке через озеро осмотреть руины, и он не вернулся. Этим трусам не понять женского горя. Умоляю. Я найду его. Поспеши, я буду здесь. Так, вот на озеро надо будет переплыть. Поплыли. Скорее всего, это Нил. Пирамиды. Почти приплыл. Так. Пять метров всего лишь. Кстати. А вот и Клавдий. Ха-ха. Это ты? Крокодилы говорят? Крокодилы здесь. Спасибо. Так, а как же его? Палка его, что ли? Так, лучше из лука. Опасное место. Клавдий! Ух ты. Эй, ты! Эй! Крокодилы мертвы. Поговорю с Клавдием и узнаю, что он тут делает. Зачем же ты, Клавдий, убил их? Мы ж только познакомились. Клавдий, ты пьян. Да, это я. И нет, я не пьян. Пара пива или, может, десяток. Но. Ладно, пойдем к твоей жене. Я женат? Мамочка будет так рада. Так, убедитесь, что Клавдий в безопасности. Приведите его. Так. Запрыгивай давай в лодку.
привело тебя сюда, Клавдий? Я собирался, ну, не могу вспомнить. Приехал сюда из Александрии на праздник. И тут кто-то, не помню, кто-то предложил мне пить всю ночь. Угостил. Ну как тут отказать? Да, как тут отказать? Как ты сюда попал? Смелый малый. Ну да, я проснулся, а здесь крокодилы повсюду. Слушай, они правда говорят? Египет, волшебная страна, да. Древних загадок. Египет. С ума сойти. Пошли. Друзья в городе мне не поверят. Ты вроде говорил что-то про жену. Мой дорогой муж. Да. Дополнительное задание совсем несложное. А вот и ты, любимый. Угу. Я так волновалась. Нашелся. Вспомнил. Я сбежал на остров от нее. Она меня опоила, женила и потребовала сбор за девственность. Чью девственность? Теперь иди. Мы с мужем сами разберемся. Нет, 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 не уходи. Меня убьют. Ух ты. Подстава вот опять. Вот что бывает, когда обманываешь женщину. Прошу, помоги. Так, надо спасать его. Да, мои братья. Братья как это ее. Убить моих братьев? Головорезы. Помочь мне, а не ему. Так. Спасибо тебе. Ты спас мою жизнь. И мои деньги. Отныне осторожнее выбирай, с кем будешь пить. Так, 600 единиц опыта. Тем не менее, надо выбираться. Получение уровня. Так, это неплохо. Что еще? Так, ложный обряд. Дополнительное задание. В ответ на просьбу на Хэта Бэйк собирает улики. А, снова это же я не добрался. Так. Где мой светлый конь? Верблюд. Пошли. 300 метров всего лишь. 200. 200, 300. Так, 150 метров. Отлично. Как это хижина. И где все? А, вот там когда ночью. Сейчас тут нам нужно время ускорить. Так, вот и ночь. Все. Друг мой, я рад, что ты все-таки пришел сюда. Эй, присядь, выпьем с тобой вина. Обойдемся без этого. Эх, чудесная ночь. Давай насладимся прохладой, прежде чем начнем говорить о делах. Слушай, я не для того сюда пришел. Скажи мне, откуда берутся фальшивки? Ну, понимаешь, все совсем не так просто. Многие замешаны в этой истории, но все они скажут тебе лишь одно. Жалейте доверчивых, ибо ждет их лишь боль. То ли ищешь зло,
завсегда найдешь его. Знаешь, в желудке крокодила никто не услышит твой крик. Сейчас мы узнаем, какого цвета у тебя кишки. А он достойный противник. Пожалуй, такой славный воин достоин засады. Говори, или разделишь судьбу своих друзей. Угроза — это лишнее. Среди дюн, на юго-востоке. Там лагерь, где делают фальшивые мумии. Думаю, теперь ты уничтожишь его. Зато пощажу тебя, согласен? Так, ложный обряд. Найдите лагерь. Уничтожение фальшивых мумий угодно богам. Во имя Ра. Во имя Ра. Какой позор. Фальшивые мумии. Не совсем интересно. Так. Во имя Ра. Чё ты, не захотел сюда? Кто? Все внучин. Так, это кто? Такие. Да что с тобой? Понятно. Вперед. Вперед. Ту-ду-ду-ду-дум. Пустыня. Так. Пирамиды. Хеопса. Тутмоса. Так, но момент. Ну, момент, тут, наверное, лагерь, да? Неплохо их здесь. Спит. Так, давай раз, раз. Все. Сейчас можно обойти. Открыта новая область, убежище Эрема. Эй, что? Угу. Лучше не привлекать внимание. Так, а как бы его забрать? Сюда. Эй! Оп. Чисто. Чисто. Так, тут что? Такое. Подделки, скорее всего. Так, это двое. Один. Так. Шестой номер уровня. Что-то заподозрил вообще. Так, как бы обойти. Прячемся. Слышишь? Будь на чеку, брат. Понятно. Что? Я не упущу. Так, ну с тобой можно
сразиться вообще-то. Блин. Так. Монетки, что ли? Так, ладно. Что с этим делать? Спалить их, наверное, нужно, да? Вот и все на этом. Метров. Так, может на коня запрыгнуть? Мой верблюд. Ладно, заберу своего верблюда. Так, тоже какой-то оказался. Воин. Понятный. Так, через озеро. Семьсот метров. Лодки из бамбука. Египет. Так, почти пришел. Сейчас мы заценим это дело. Еще какие-то задачи там маячит. Так, ну тем не менее. Спешится. О, а вот и ты. Как мне облегчить бремя старого друга? Сегодня мы устраиваем чудное представление. Наша богиня Сехмет будет защищать людей от хаоса и Сфета. Но Паму, нашего актера, мы не можем найти. Верховный жрец непременно возложит вину на меня. Я помогу. Хвала Сехмет. Его дом у рынка, но сперва ищи в таверне. Мне так стыдно снова просить у тебя помощи. Паму время от времени любит выпить. Oh.
Вот и помог. О, как же разит пиво. О, спасибо. Уже полдня пытаюсь его выдворить. Минихет. Это Паму! Что с ним случилось? Произнес слишком много лестных тостов во славу Сехмет. Но это ужасно! Люди шли из Красной и Черной земли посмотреть на бой! Если нужно просто драться, я помогу. Правда, Миджай? Так ты смог бы уберечь меня от позора. Поговори с верховным жрецом во дворе. Он расскажет, что делать. Верховный жрец, я буду биться за Сехмет. А где Паму? Сехмет играет он. Паму не смог. Он лечится в храме. Ладно, иди за мной. Приступим. Ты шлем даже. Ты. Доспехи. Не бойся. Не бойся. Я не опозорю великую Сехмет. Избранник Сехмет, несущий благо. Цели области найдите, спрятанные поблизости. Тут еще папирус нужно найти. Так, как мы с ним будем биться? Еще настолько. Сейчас вы станете свидетелями торжественного обряда. Вы увидите... Так, если злоба сможет завладеть вашими сердцами, и свет, вестник хаоса, одолеет богиню. И Мау будет обречен целых 100 лет прозябать во тьме. Но, если помыслы чисты, богиня снизойдет так, копье дали. И защитит от хаоса и забвения. Так, от хаоса и забвения. И свет. 7-й уровень. С незапамятных времен львица Сехмет хранила нас от алчности и смерти. Когда Истет был мужем Маат, богини порядка. Что жесткий он, смотри. Он сломал весы истины и стал пожирать человеческие души. Маат изгнала его из зала истины. Голод заставил его... Кто? Ого-го. Как восстановиться, а? Она преградила ему путь. Битва длилась. Да, и Исхет, я смотрю. А Сехмет победила вестника хаоса. Блин, промазал, супер удар. Давай, бей его. Ты. Надо как-то жизнь ему восстановить. Сейчас еще раз попробуем. И
Надеюсь! Грозный боец! Вставай давай! Хаос победит! Живой? Сехмет, огради нас от беды! Да. Как надо блок ему ставить? Боитель, пусть свет твоей доблести умножит твою силу. Сехмет, сохрани нам жизнь. Смотрите, как Сехмет дает своему воину силы. Ну, дядя Баин. От скверны. Сама Сехмет направляет тебя. Острые клыки львицы пронзят завесу тьмы. Да, его оружие пылает огнем Сехмет. Дядя Байк, грозный боец. Острые клыки львицы пронзят завесу тьмы. Воитель Сехмет побеждает хаос. Сама Сехмет направляет тебя. Острые клыки львицы пронзят завесу тьмы! Сехмет, огради нас от беды! Дыхание Сехмет дарует силу! Сехмет, сохрани нам жизнь! Огнем Сехмет! Воитель Сехмет побеждает хаос! Острые клыки львицы пронзят завесу тьмы! Сама Сехмет направляет тебя! Ты справишься! Острые клыки львицы пронзят завесу тьмы! Да! Так, кажется, все, добил я его. Ух ты. Ты свиреп, как сама Сехмет, кровопийца.
Этот жрец, судивший битву богини со Сфетом, удивил меня. Он сам выдумал эту легенду. Такое услышишь только в Эмау. Я был бы рад предложить тебе остаться, но понимаю, что тебя ждут дела. Перед уходом попрощаюсь с детьми. Давай, конечно. Тебе всегда будут рады в Эмау, если судьба тебя занесет к нам снова. Прошу, возьми маску и кожу богини в знак нашего уважения. Хорошо, костюмчик с доспехами. Так, что тут? Книга мертвых. Драгоценную книгу мертвых вырвали у старика прямо из рук. Байк собирается забрать ее разбойников, которые ее украли. Так. Сейчас поищем. В маске даже. Так, где мой верблюд? Поехали. Бегом. 700 метров. 700 метров всего лишь до верблюда. Сменим, наверное, этот костюм. Снаряжение. Assassin's Club. Метров. Вот уже и приехали. Оп. Че, верблюд весь такой. Разрисованный. Хомимант. Так, смотрим. Куда он, интересно, направляется? 150 метров, 140, 105. Открыта новая область. Охраняется. Хо-хо-хо. Убить капитана там что-то. Пещера, видимо. Уровень 8. Несгораемый какой-то. Капитана я убил.
собрать сокровища. Это копья раздают направо-налево. Так, вот и пещера где-то. Ну, один тут капитан или еще кто? Оружие! Тревога! Ах ты! Книга мертвых. Бека будет рад. Нужно вернуть книгу старику. 211 опыта, да? Что тут еще? Пещера. Эй, что? Что? Тебе здесь не рады. Ну да. А ты думаешь, тебя здесь все любят, да? Зажег меня. Прикольно мало. Шашка у него. Хотя это не шашка, а меч какой-то. Все. Пошли, пойдем, пошли. Угу. Да что так? Бека покинул нас. Да, его больше нет. Он был слаб и не смог дождаться тебя. Да обретет его душа мир. Он был в отчаянии, что его Ка не воссоединится с мамой. Где его тело? Еще не поздно. Нам тебя послали сами боги. Его готовят к погребению в малом храме.
Старик, вот книга. Она поможет тебе в поисках. Так, сделано. Что я пробегал тут? Задание вроде какое-то было или что? Странно, что эти тела оставили здесь. Расспрошу бальзамировщика. Вот же ж египтяне. Ты сражался так яростно, друг мой, аж сердце замерло. О тех покойных никто не позаботился. Почему? Их только что доставили. Кто-то зарубил целую семью. Выжить смогла только дочь, Ирос. Она и принесла их сюда. Бедняжка. Осталась одна. Это ужасно. Да, ужасно. Где она? Она в заброшенной финиковой роще у дороги, где все и случилось. Мне стоит разыскать эту Ирос.